сорт перца хабанера Вьетнам. Это сверхурожайный сорт. Вот такое вот количество у него вот на каждом кусту. Посмотрите, какое количество навязано, прямо чуть ли один на одном не висят. Красных плодов. Очень высокоурожайный. Высота растения 65-80 сантиметров в высоту вырастает. Срок созревания 95-110 дней. Острота этого перца 250-300 тысяч скобелей. Этот перчик созревает от зеленого, потом становится желтым и потом уже красного цвета. Эти перчики могут достигать длину до 10 сантиметров и имеют фруктовый аромат. Этот сорт следует высевать на рассаду с 15 по 25 февраля. Можно выращивать как в открытом грунте, так и в теплицах. Также можете выращивать у себя на подоконнике. На подоконнике он будет где-то в пределах 40 сантиметров в высоту. И вы можете с одного кустика снять от 70 до 100 плодов. Вот. Вот он завязывается, видите, вот один плод и уже еще завязался. Вот его цветы. Сентябрь месяц, он цветет вовсю. Очень-очень много у него плодов, очень много позавязывалось. Сейчас придется обязательно удалять лишние мелкие завязи и удалять цветы. Агротехника выращивания этого сорта такая же точно, как, к примеру, как у нашего обычного сладкого перца. Единственное, хабанера не любит частых поливов. Его надо поливать хотя бы один раз в неделю. При частых поливах корневая система этого перца получает сильнейший стресс. И перец приобретает такой горьковатый привкус, как у полыни. Просто такой перец горький вы не сможете есть. Почему? Потому что он сильно горчит. Так что поливайте его раз в неделю. Почва должна быть не мокрая, а влажная. И это касается всех перцев хабанера. Они не любят частых поливов. Так что выращивайте. И удачи!